Хотел узвести поклеп на милиционера, а зараз сам рызыкует трапить за краты. Жлобинские следшие завершили проверку по заяве жыхара райцентра на супрацовника внутренних справ. Правоохоўнік нібыта причинил ему телесное пошкоджение. Подеи отбывались у середине жнивня. Тады нецвярозый мужчина потелефоновал у милицию и поведомил об злочинстве. И он потлумачил, что супрацовник милиции побил его палкой по нозе, покуль двое інших тримали за руки. Усё гэта отбывалося, калі жлобінчанін ехаў на велосипеде по вуліцы и нікога не чапаў. Але трылера з гэтай гісторыі не адбылося. Мужчына аказаўся не вельмі професійным сценарыстам і зараз за ілжывы донос можа пазбавіцца волі. Што натхніла мужчыну на стварэнне такога далёкага ад рэальнасці сюжэту, нашым корэспандэнтам расказалі ва ўправленні следчага камітэта па Гомельскай вобласці. Мужчина пояснил, что придумал историю с милиционерами, будучи в состоянии алкогольного опьянения, когда поссорился с сожительницей. Таким образом, он хотел ей досадить. В итоге Жлобинским районным отделом Следственного комитета принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудника милиции. Уголовное дело было возбуждено в отношении самого заявителя по статье «Заведомо ложный донос». Сейчас он находится в статусе подозреваемого, с его участием проводятся следственные действия.